переезд в Мехвойны. Это Мехварёр онлайн, тоже старая запись, но не потеряла своей актуальности. Так сказать, игра на астероиде. Вот у меня конфиг, который часто использую Дарвульфы на других своих аккаунтах. Вот, два аккаунта я как бы затихарил, я их показывать не буду. Вот, стараюсь там немножко донатить. Ну, изредка, конечно. Не хочется сильно деньги палить. Речь идет о чем? Что вот этот вот конфиг у меня более такой проверенный. Смотрите, конечно, патрушков не сказать, что много, но баланс даже патрушков, он довольно-таки примечателен. То есть они заканчиваются практически одновременно. Ультра АЦ 5 и ультра АЦ 10. Вот расстояние стрельбы у них приблизительно одинаково, даже большой пульсовый лазер, который находится посередине корпуса, он тоже, так сказать, к месту находится по дальности стрельбы. Большой пульсовой лазер мне больше нужен для того, чтобы стрелять по лайтам, которые прижимаются к корпусу. То есть раньше была такая технология, что лайты прижимались к корпусу и пыляли там либо СРМ-ками, либо стреляли из лазера, и вы ничего не могли сделать. Не могли никак отковырнуть их. Ну, в принципе, такую вещь, может быть, даже пофиксили. В любом случае, у меня всегда остается лазер пульсовой, он довольно-таки неплохо дамажит противника. Вот мы идем потихонечку, никого не трогаем. С левой стороны находится противник. Мы посмотрели и готовимся, так сказать, атаковать противника. Радиус стрельбы у меня фантастически большой. То есть, если что, мы можем втопить кому-то. Тут задержались немножко, чтобы наказать противника. Смотрите. Так, мы не стали пока пушку применять. Как бы немножко ждем. С мышкой, конечно, у меня проблем нету. О, сейчас, смотрите, фокус какой. Надо вообще-то ее чувствительность понизить. Такая чувствительность, она больше рассчитана на ближний бой. Конечно, у меня дорогая игровая мышка. Называется Genius 700S. Вот, и тем более она такая дистанционная. Вот, ну, как правило, выше 800 DPI ставить не стоит. Она у меня тут до 5000. А в бою я где-то использую 2-3 тысячи. Но это для ближнего боя, чтобы успевать поворачивать корпус противоположный от противника после выстрелов, так сказать. Так, идем наверх. Там ловить мне нечего, так сказать, было. Вот, тем более мне разброс большой. Идем поверху. Наши там штурмуют вроде. И думаем уже, куда нам заходить. Поддерживаем нашего чела. Стараемся никуда не лезть, не тратить свою, так сказать, боеприпасные эти ящики. И столкновение с противником немножко обескураживает его. Верх мы так и не захватили. Ну, я считаю, оптимальный вариант. Так, смотрите, фокус. Оптимальный вариант все-таки захватить эту верхушку, с него удобно стрелять по противнику, он не успевает просто прятаться. Вот. А вы можете в любой момент нырнуть наверх, так сказать, избежав боя с противником. Так, что тут еще сказать? Потихонечку подвигаемся, смотрим, наши тут тусуются туда-сюда. Вектор направления удара у нас идет непонятно куда. Зачем-то катапульта вылезла, что-то посмотреть. Вот, ракетные, они должны в тылу находиться. Так, убитый мех, все, видели. Все, смотрим здесь, ждем фокуса, в кого долбать. Грустно стоять. Вот, посмотрим, сколько мы кого убили. Так, ждем фокус, готовимся. Готовимся, караулим. Чувствительность я потом, наверное, другую поставил, там кнопочкой можно делать. Во, вот они, клиенты. Не туда стреляю, мажу, так сказать. Ну, получается, мне очень неудобно. У меня в полуторсах находится противник. По вектору выстрела в другом месте находится. То есть мне придется лицом к лицу к нему стоять. У Банши, допустим, такой вещи нету. Они могут сразу атаковывать. Так у них в полуторс находится высоко. Все, мы подошли сюда и начинаем фокусить. Вот это расстояние 200-300 метров, я считаю, оптимальным для, так сказать, меха ближнего боя. Вот, смотрите, он получил звездолей, откатился. Я тоже в большей степени, конечно, получил звездолей, но я больше размазал урон по корпусу, потому что двигаюсь туда-сюда. Так,
ловим противника. Вот, наши поддержали. Здесь нас подходим вперед. Не стесняемся, как говорится. Так, все, сейчас они пробуют отбить контратакой наше направление. Мы сейчас сначала... Вот, смотрите, шквальный огонь. Шквальный огонь, главное вниз сейчас не спуститься. Вот это, ребята, секунды боя, так сказать. Секунды ультры. Насколько ультра... Ультра показывает свое преимущество в ближних боях. А не то, что в ближних, а в коротких боях. Кстати, я старался выцелить меха самоповрежденного, поэтому менял направление вектора атаки. Вот смотрите, он перегрелся, он не может никуда спрятаться, мы долбим его очень сильно. Все, задолбали. Патрошек у меня более чем достаточно. Меняем направление атаки на другое место. Вот противник уже неплохо так пострадал. Так, все, сейчас думаем. Вот-вот этот клиент, смотрите. Высовываем в наглую, потому что такой шквальный огонь, ребята, за промежуток времени, и я практически не перегрелся. Сколько там противников? Во-во, наглый, смотрите. Никакого перегрева, ребята, и ультра практически не заклинило. А он получил такой шквальный огонь, что откатился назад. Так, еще один клиент. Ну, в принципе, что вам сказать? Живу пока. Под фокус особенно не попал. Единственное, у меня мех особенно не прокачанный, поэтому тяжеловато. Вот, вот он клиент, последний, по-моему, противник. Нет, вру. Он выбежит чуть попозже. Перегрева на этом конфиге, по крайней мере, сейчас нету. Так, вот он. Так, это я его не забрал. Один остался последним. Будем ждать. Будем ждать клиента. Смотрим по сторонам, сейсмик у меня здесь, по-моему, должен уже стоять. Но я не уверен. Это запись старая, поэтому я не смотрел. Так, идем в другом направлении, где наши как бы не фокусят, не стоят на визуальном сопровождении противника. Вот, цель видна. Смотрите, сейчас попробуют хотя бы немножко мне забрать кило, так сказать. Ну, что она может мне противопоставить, эта машина, шквальному огню? Только свой, так сказать, холодный трупик. Спасибо, что смотрели. Всего вам хорошего. Удачи вам, ребята. В принципе, сразу видно, как данный конфиг показал себя в бою. 750 дамага, 3 килла. И это все без фокуса противника. Фактически бой 1-1. И получалось, я стрелял по очереди в разных мехов. Вот результат моего конфига. Всего вам хорошего.